Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня хочу сделать обзор гибрида Маргариты и Клементина. Это цитрус кукли. Вот такие вот у него плоды. В этом году только 7 плодиков у меня на деревце было, поэтому немножко плоды у него покрупнее обычно, чем они были другие годы. Ну вот этот помельче плодик мы сейчас его снимем. Здесь, в принципе, у кукли схож с другими кумкватами, в частности, с Маргаритой. Ну, еще один покрупнее, который есть, тоже снимем. Ну, а вот еще этот снимем. Этот самый, наверное, крупный из всех. Вот такие два плодика. Кожура у них пахнет, как и в кумквата. Но немножечко, наверное, более такая оранжевого цвета, цвет больше от клементина. Плоды неравномерно крашены, потому что в теплице немножко им было темновато. Но сейчас мы свесим, посмотрим, сколько они весят. Так. Восемьдесят два грамма. Очень даже неплохой кумкватик, скажу я вам. Это который крупнее, а который помельче у меня. 52 грамма. Почти что 53. Тоже вот такой вот аромат. Ну, как у Маргариты. Сейчас разрежем. Покажу, как он на разрезе. Ну, вот так они смотрятся на разрезе. У большего плодика 7 косточков, у меньшего только одна. Кожура довольно такая толстенькая, но такой сладости, как у Маргариты, нет. Она менее сладкая, съедобная, но я не очень люблю, честно говоря, вот как Маргариту кушать. Все-таки у нее, в отличие от Маргариты, больше эфирных масел, что мне не нравится. Ну, некоторые даже мандариновую кожуру едят, им вкусно, но мне не очень. Я обычно с кукли делаю цукаты. Они очень вкусные получаются, очень ароматные. Ну, так как в этом году плодов мало, поэтому выпьем чай с прикусочку. Замечательный цитрус. Мне он нравится. Мне кажется, что он немножко менее прихотлив, чем Маргарита. Поэтому всем рекомендую. Заводите, выращивайте. И радуйте себя вкусными, необычными плодами. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.